Добрый день. Это Влад Аббасов говорит. Я продолжаю акцию голодовки в связи с незаконным лишением свободы. Мое содержание в Центре временного содержания иностранных граждан продолжается. Причину я до сих пор не знаю. Никто мне об этом ничего не говорит. Поэтому акция голодовки продолжается и не будет прекращаться, пока меня не отпустят на свободу. Или домой к семье, или обратно в Азербайджан. Әзізхан бәтәндәр, Фуад Аббасовды сізгені нарат әлиян. Мәлім, азылық акциям давам әлиер. Чүнкі, индиянә кәдәр гейри-кануни оларақ азадлықдан мәхрум әділмішім. Вә бу азадлықдан мәхрум әділмәйімін сәбәдіні хәлә дә мәнә heç kim demir. Və mən tələb edirəm ki, ya Azərbaycana geri göndərsinlər, ya da Moskvada ailəmin yanına gəlməyimə icazə versinlər. Çox təəssüf olsun ki, nə o, nə də bu qərar həyata keçirilmir və məni qeyri-qanuni olaraq Rusiyada azadlıqdan məhrum etməyə davam edirlər. Sadəcə olaraq bunu sizə çatdırmağa istədim. Sağ olun.